мы поехали в Кострому. А поехали мы на ежегодный международный фестиваль фейерверков. Очень долго мы въезжаем на мост в Кострому. Наш автобус простоял в пробке больше часа. Связано это было с ремонтом моста. Ежедневно там, в Костроме, такие проблемы. Да, ура, мы на мосту. Наконец-то мы въехали на мост и пересекли Волгу. Так как центр Костромы закрыт, наш автобус припарковался недалеко от моста, и мы пешком пошли в город. Наконец мы приехали в Кострому и идем неорганизованной толпой, неорганизованно. Там вон остальные сзади идут. Мы пошли вперед. Пошли мы искать центр. Кострома – уютный и красивый старинный город. Приятно прогуляться по улочкам. Мы зашли в кафе, называется «Снегуречная». То есть здесь не чебуреки, а снегуреки. Так, мой заказик – это суп тыквенный, снегурек, сыр мазелине и морс. Приятного аппетита! Спасибо! Мы покушали и по вечерней Костроме решили погулять. Красивый городской парк, бесконечное количество музеев, город Кострома, туристический город, а еще на площади был концерт. Белоснежные торговые ряды впечатляют своей красотой. Центр городской площади украшен гербом города. В архитектурном плане площадь очень красивая и приятный ландшафтный дизайн. Мы решили прогуляться по центральным улицам города. Кострому основал Юрий Долгорукий в 1152 году. И она является одной из жемчужин среди городов Золотого кольца России. Я расскажу немного о фестивале, на который мы приехали. Фестиваль называется «Серебряная ладья». Идем по проспекту Мира. В 2006 году у сотрудников арт-студии «Пиромагия» и службы радиовещания ГТРК «Кострома» возникла идея провести в Костроме фестиваль пиротехнических искусств. При поддержке телерадиокомпании «Кострома», отдела культуры администрации города, администрации Костромской области, она была реализована. Уже в августе 2006 года фестиваль состоялся. Фестиваль получил название «Серебряная ладья». Давай еще. На бис. Давай, на бис. Не могу. Навалю на палчих. Целый круг. Ну, раз 15, наверное, точно уже чихнула. Нос уже вырос. Слюзы текут. Фестиваль стал международным. Свое искусство на нем демонстрировали лучшие команды пиротехников Чехии, Белоруссии, Армении, Азербайджана. География участников из России тоже оказалась очень широкой. Очень атмосферный бар. В Кострому приезжали пиротехники из Ставрополя, Липецка, Москвы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Огромнейшее количество людей собралось на набережной Костромы. Все ждут начала грандиозного фейерверка. Thank you.
фестиваль закончился. Идем искать наш автобус. Получается, что мы идем против течения. Кострома, до свидания. Мы отправляемся домой.